Приятной новостью для горожан поделился владелец Кировской бани. Напомним, что с сентября это учреждение работает всего два раза в неделю, в пятницу и субботу. Но стоимость банных услуг без льгот увеличилась до 400 рублей. Да, новости есть. С 1 декабря банный комплекс переходит на полный режим работы. 4 дня в неделю. Это мой предновогодний подарок для жителей города Кировска. Ну а дальше будем смотреть по рентабельности. В течение месяца определюсь, будет ли работать банный комплекс вообще в дальнейшем. Дополнительную информацию о режиме работы бани и стоимости услуг можно получить по телефону 46 051.